Довязала туловище ежика будущего. Так реалистично получается. Мне очень нравится. Нравится сочетание цветов, которое подобрала. Немножко вот этот цвет потемнее, чем в книге, но мне нравится, знаете, как шоколадный тортик с кремом. Очень такой аппетитный. И связала я еще лапы, все четыре, нижние и верхние. Осталось мне одну голову и одежду. Единственное, смущает меня вот эта лапа. Здесь как-то пряжа на полотно легла очень полосато. Вот, и я на нее смотрю, и прям руки чешутся перевязать. Но чтобы перевязать, мне нужно заказывать еще один клубок, потому что мне еще вязать голову, и мне не хватит на еще одну лапу. Может быть, конечно, это не сильно критично, и я себя накручиваю и преувеличиваю. Вообще, меня как-то очень сильно затянул в последнее время процесс вязания игрушек. Для меня это как медитация, меня это расслабляет, успокаивает. И мне это вот прям необходимо, прям вот то, что доктор сейчас прописал. И мое наблюдение, что вязание груши такой способ для тех, кто хочет пройти экспресс-курс по вязанию. Быстро и недорого, потому что ты учишься и вязать саму игрушку, то есть вот ее тело, оно, ты понимаешь, как строится форма. Вдобавок к этому учишься еще вязать одежду. То есть я стараюсь не просто тупо вязать по описанию и не вдумываться в процесс, а все-таки немножечко следить за своими действиями, понимать, что к чему. Вот. Ну и за счет того, что игрушка сама по себе небольшая, то есть ты вяжешь быстро. Не знаю, буду ли я переключаться, вязать что-то для себя. Вообще хотелось бы, конечно, что-то летнее связать, но посмотрим, как будет со временем, потому что моей дочке Каролине через неделю исполняется уже год. И у них сейчас такой период, когда, конечно, нужно следить за каждым шагом, за каждым действием, потому что потому что они как маленькие пылесосы, которые вообще хотят все на своем пути съесть. Ну и вообще, если раньше я, например, могла ее посадить в кроватку и позаниматься какими-то своими делами, то сейчас такой номер уже не прокатывает, она уже познала свободу. Поэтому ей хочется уже больше времени проводить на полу, играть. И, естественно, у меня становится намного меньше времени на какие-то свои дела. Еще сейчас лето, жара. Ей вдвойне бывает некомфортно дома. Мы иногда стараемся чаще, насколько возможно, выходить на прогулки. На годик я планирую провести небольшую фотосессию на природе. Заказала реквизит на Алиэкспресс, но, честно говоря, не уверена, что он успеет прийти именно к годику. Поэтому нужно будет сейчас шерстить Pinterest и искать еще какие-то идеи и варианты. А с тем реквизитом, который придет, тогда проведу фотосессию чуть позже. Ну и я сейчас как раз выбираю платье для фотосессии. Нравится мне вот этот вариант. Единственное, он мне немножечко большой в талии, поэтому я попробовала надеть пояс. Но с ним оно выглядит больше как сарафан, наверное. Хотя, в принципе, по-летнему и подходит. Ну и вот так смотрится без пояса. Ну, видно, что оно мне большевато здесь. Можно, конечно, сходить в ателье, попросить подшить. Тогда будет вот так. Вот, конечно, так оно выглядит более женственно, как платье, а не как сарафан. Думаю, что за неделю, в принципе, можно подшить. Не знаю, даже посмотрим. Ну, и вот еще один вариант. Это уже такое длинное платье, голубое. Здесь ничего подшивать уже не нужно, но оно не белое. Мне все-таки хотелось что-то белое. Вообще хотела себе льняное платье найти, но ничего не нашла такого, что мне бы прям очень понравилось. Поэтому буду выбирать из того, что уже есть. Подрос немножко комбинезон, который я вяжу для своей дочери. Мне нравится то, что получается. После ВТО он еще выпрямится, разгладится. Вот такая регланная линия получилась. Я уже вяжу само туловище, реглан уже связан.
Как-то не очень я спешу его вязать, вяжу медленно, постепенно, потихоньку. Все равно эта вещь будет больше к осени, больше под настроение. Если захотелось, то беру и прям расслабляюсь и вяжу, потому что здесь не думать ничего уже не нужно. Мне еще где-то рядов 20 нужно провязать просто без прибавок, без убавок. Поэтому просто медитирую таким образом. Just one.